Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Я обещала вам записать ролик и объяснить, что же такое сообщество и что такое инфобокс, потому что многие из вас, девчонки, не знают, поэтому показываю. Смотрите, вы заходите на канал к блогеру, к любому, в данном примере на мне, да? Вот мой канал. Главное вверху – видео. Здесь вы найдете все видеоролики по порядку, абсолютно по порядку. Плейлисты. Здесь ролики собраны в плейлисты. То есть, если вас интересует какая-то определенная тема, вы можете полистать и найти нужный плейлист. Да, у меня даже есть плейлист с ПП-рецептами. 2 года назад был ПП-марафон. Так, дальше, смотрите. И следующая как раз вкладка «Сообщество». Просто многие спрашивали, кто победитель, был ли конкурс про пылесос, да, все здесь есть, ссылка на пылесос, просто до сих пор многие пишут в комментариях, видимо, значит, не знают о существовании сообщества, но я так полагаю, сообщество это что-то типа постов в Инстаграм, здесь можно оставлять ссылки, правда, в постах Инстаграм нельзя, да, здесь можно оставлять ссылки, и мы с вами здесь иногда общаемся, да. Вот так. Так что про пылесос и все остальное это здесь, сообщество. Периодически вам здесь полезные отзывы выкладываю. Вот вы просили отзыв на тюрбан, потому что некоторые на него тоже очень долго смотрят. Я обязательно сегодня-завтра его протестирую и здесь в сообществе вам отзыв выложу. Да? О канале, ну здесь как бы информация, это все тоже доступно. Здесь все ссылки. Контакт мой, Инстаграм, они под роликом, но здесь есть во вкладке о канале, да, регистрация Faberlic и так далее, дополнительные ссылки. Так, дальше у нас с вами, ну, тут каналы, на которые я подписана. Что у нас с вами дальше? Дальше, как посмотреть, что такое инфобокс? Вот вы заходите ко мне, смотрите мой ролик, да, и нажимаем на него, допустим. Ставим паузу. И где же найти инфобокс? Мы видим с вами название, но не до конца, да, количество лайков. Мы видим с вами комментарии, чтобы в них зайти, нажимаем на стрелочки, да, и можем написать или пролайкать и так далее, закрыть. Инфобокс. Нам нужно нажать на стрелочку, которая находится справа от ролика. Она будет справа от вас, когда вы смотрите видео, да, вот эту. Мы ее нажимаем, и вот у нас инфобокс. Мы листаем вниз, видим слово «еще». Открываем его, и здесь вся информация, все ссылки. Здесь я вам всегда пишу приветствие, краткое описание ролика. Здесь всегда ссылка для регистрации Faberlic, моя почта для сотрудничества, ссылка на ВК, ссылка на Инстаграм. Если это у нас с вами ролик про Faberlic, допустим, да, я вам здесь всегда оставляю все самое полезное, чтобы вы не искали. Опять нажимаем слово «Еще» и погнали. Макияж новинками Faberlic, маски. Некоторые последние заказы, макияж, косметика, Faberlic, кушоны и жидкие тени, Faberlic, где мы с вами сравнивали кушоны Baby Face, Isul, да. Так, набор по уходу за кожей лица, то есть все вот эти вот не топовые ролики, скажем так, а то, что вы частенько просите, на что отзыв. Краска и осветлитель Faberlic Expert Color, топ лучших средств, топ худших средств, порошки Faberlic, карбокситерапия Faberlic. Вот все самое такое интересное здесь тоже собрано, и по ссылке сразу можно попасть на этот ролик. Вот он весь инфобокс, да? Как он открывается, надеюсь, я вам понятно объяснила. Про сообщество тоже, про навигацию по каналу тоже. Мы можем с вами вот к Аленке Ризван зайти, допустим, да, к моей любимой. Мы к ней заходим, да. У нее все то же самое, у нее то же самое. Вот сообщество, да, на примере другого канала вам показываю, где она тоже выкладывает посты, да. Потом плейлисты тоже, видео, как инфобокс посмотреть. Вы зашли на ролик, то же самое нажимаете, и вот у Аленки здесь тоже инфобокс. Да, все необходимые ссылки и так далее. Вот так, мои хорошие. Надеюсь, все вам понятно объяснила, разложила по полочкам. Если вопросы все-таки остались, обязательно задавайте их под видео. Всех люблю, целую, всем пока.